Так, друзья, всем привет, никого пока нет, но, друзья, у меня появилась возможность провести розыгрыш прямо здесь, на работе, так как все убежали на море, и я тоже решила, что я вечером убегу на море, сейчас такое затишье в магазине, и я решила, а почему бы не провести прямой эфир раньше, разыграть подарочки раньше, и чтобы все сегодня вечером спокойно отдыхали. Так, поэтому сегодня мы разыгрываем лот из 10 листиков стандартных фиалочек. Это займет буквально пару минут. Перевожу телефончик и будем разыгрывать. Так, переключить. Я заранее выписала наших участников, заранее уже всем участникам оповестила о том, что у нас розыгрыш будет раньше. Давай мне телефончик. У нас 10 претендентов от 1 до 10. И сейчас в один клик мы узнаем, кто же выиграл наборчик. Номер 2. Так, номер 2 это у нас Кравченко Маргарита. Это та девушка, которая сразу мне прислала номер отправки. И я такая, ого, говорю, вот это настрой на победу. И таки да, Маргарита выиграла. Я поздравляю вас, Маргарита. Она, к сожалению, написала мне, что она не сможет в это время участвовать в прямом эфире, но она будет с нетерпением ждать ссылочки. Все, всем спасибо за внимание. Увидимся, друзья. Друзья, кто на меня не подписан и не в курсе, мы магазин фиалочек. В данный момент я решила открыть рубрику розыгрышев растений в викторинах, в лотерейках. Если кому-то интересно, в шапке профиля у нас есть ссылочка на вайбер-сообщество, в котором вы можете увидеть, какие лоты есть на участвуют в розыгрыше. Вот, и присоединиться к нам. И вот такие вот красавчики по 400 гривен, то есть билетик 40 гривен мы можем разыграть, в принципе, каждый день. Как только собирается 10 участников на лот, то мы сразу же объявляем. Есть и по 350, то есть билетик будет стоить 35. В общем, можно сделать наборы на листики. Вот сейчас разыграли листики 10 сортов, это 350 гривен. Вот, соответственно, билетик стоит 35 гривен. Это, по сути, цена одного листового черенка 35 гривен. Вот можно оплатить один листовой черенок, а выиграть сразу 10 сортов. Так что, кому интересно, присоединяйтесь к нам в Viber-сообществе. И, может быть, следующим победителем будете уже именно вы. Вот так вот быстренько еще покажу. И все. Все, друзья, с вами прощаюсь. Всем хорошего вечера. Пока-пока.